6 января она полетела в Египет вчера с вами вместе. Прилетела, все прекрасно, супер, работайте здесь, зарабатывайте деньги. Это реальный бизнес. Сколько месяцев? Я не успела. Три месяца. Заработала 1 миллион, 2 миллион. Подруги вытащили, она полетела в Египет. Ага. 3 миллион вот вытаскиваем тоже. В автомобиль? Одного партнера. В автомобиль обязательно 2 миллион. А до этого где-то работали? До этого я дома сидела, нигде не работала, но диплом имеется 2. Не хочу я туда. Здесь реальные деньги. Значит, даже вот я директора школы, я вас спрашивала, да. Гинекологи работают. Я тоже врач, медик. Вот. Я туда не хочу. Говорят, у вас здесь эти артисты тоже приходят получать. Артисты вчера только получил. Пойдемте. Покажи, пойдемте. Здесь артист? Артист, его нету, и его жена сидит. Вот. Вчера артист получил, это же жена его. Вот я заметила эту красивую даму, красиво одетая. Скажите, пожалуйста, я вот из России одна, представляю, здесь ездила в Египет. Вот завтра уже уезжаю, вот мне хочется несколько слов сказать вот России, Сибири, потому что я хочу людям это все показать, реально, все это правда, то говорят, лохотрон, не верят. Можете сказать, сколько вы в компании, и говорят, у вас муж артист, и вы сами артистка? Нет, но все почему-то думают, что я актриса. Даже ко мне люди подходили, говорят, за сколько вас наняли. Я говорю, меня никто не нанимал, я сама в припрыжку прибежала, когда по телевизору увидела. Я сама в органах работала всю жизнь, как говорится, в государственных местах работала. Но когда по телевизору вот это вот все увидела, никто меня сюда не звал. Я здесь увидела, что здесь есть деньги. Мне охота была для себя поработать, для себя зарабатывать. Давно пришли? 4-й месяц. 15 человек, 16-17 человек у меня получил вчера. 1,5 миллиона. За 1,5 месяца я получила сама 3 раза по 1,5 миллиона. Потому что я хотела работать, у меня было желание. Я реально здесь видела, что здесь можно реально без никаких, как говорится, в рамках закона зарабатывать себе спокойно деньги. Если я, например, без 15-9 уже на работе сидела, сейчас я до обеда сплю. После обеда приезжаю, потому что все мои, те, которые бизнес-партнеры, они все вторую работу имеют, они приходят. А как вы приглашаете людей? На земле или через онлайн интернет? Нет, просто сейчас даже я до этого не дошла. Просто у меня сейчас друзья. Привет, Россия. Вот эта красивая девушка, я была в Египте вместе. В Египте была со мной? Конечно. Вот была, вот сзади вас была. Да, тоже я знаю. Я тоже была. Привет, Россия. Так, мне вот интересует, сказали, что у вас муж парный, это тоже партнер и как артист, да? Ну, он актер. Актер, да? Я вот это самое тоже, чтобы мотивация хорошая была. В российском фильме «Лавэй» он снимался. Какой фильм? «Лавэй». «Лавэй»? Российско-казахстанский. О, вот, всем покажу, скажу. Да, снимался. В фильме из «Бахса» он там снимался. Он вчера получил 1,5 миллиона, мы просто... Место дали тем девочкам, которые хотели ехать в Египет. Мы им уступили, и первые они выходили у нас. Мы после Нового года сами не спеша выходили, потому что мы уже получали. Что сказать? Россия, да. Вот Россия. Говорят в России лохотрон и неправда, и пирамида. Просто вот это слово негативное надо, если хочешь ты заработать, это слово надо забыть. Если человек хочет что-то сделать, свою мечту осуществить, никто не должен абсолютно не мешать, никто не должен мешать этому человеку. Я хочу заработать, и какой-то человек мне скажет, лохотрон, да ты приди сюда, заработай. Да. Побольше бы таких лохотронов, да? Да. Если человек не только, не то, что людям ничего не сделал, он себе не заработал эти деньги, как он может сказать лохотрон? Надо просто попробовать. И надо доказывать тем людям, что это не лохотрон. Можно зарабатывать здесь. Легально можно зарабатывать. Здесь зеркально все видно. Сами регистрируете, правильно? Никто к вам не лезет. Я не знаю, почему люди пугаются, ты сам регистрируешь, здесь посредника нету, здесь блата свата нету, ты сам регистрируешь. Ни начальника, ни подчиненных, никого нет. Начальника нет, подчиненного нету, здесь бизнес-партнеры, здесь так столько колорита, что ты видишь столько людей,
Если ты одно и то же видишь, например, в другой работе, здесь столько людей видишь, сколько надо. Мне, например, здесь интересно очень работать, потому что вот я вас вижу, как да, классно. Да, это точно. Друзей из России, да? Да, друзья из России. Где-то у вас есть в Ютубе что-то получались смотреть? Нет, я на авто стою, потому что я, как я пришла сюда, первый миллион, полтора миллиона я через 3 недели заработала, я сразу поставила на авто. Молодцы. Ну, желаю больших вам огромных чеков, исполнения всех желаний. Так что подписывайтесь, да, никого все, не Да, все, спасибо слушайте. Вам большое. Больше вам партнеров, как Человек, можно если больше. Человек, если мечтает, он должен добиться Спасибо своей большое. Мечты. Всего доброго. А вон это, а вы партнер? Вот тоже можно это два слова? Сколько работаете в компании? Я с 9 января, работаю. Вот зашли. Уже на скоро 1,5 миллиона получу. Ой, ты умничка. Сколько же вам лет можно? А мы тихонечко скажем. Много. Сколько, скажите? На пенсии я. 63. Ну что, это молодая еще. У вас 84-87 работает. Так что вы очень молодая. Спасибо. Успехов вам желаю. Я Россия, Иркутская область, Железногорская, Байкал, слышали? Пластилин, Байкал, вам вот оттуда. Я одна представляла вы в вашей команде. Державу России одна. Завтра уже уезжаю. А вы партнер? Да. Туда тоже пару слов. Ну, я 21 января вошла. Тоже вошли, да. А где-то раньше работали? Я раньше в банке работала. В банке. Да. Но теперь не работаете там? Нет, нет, я только здесь сейчас работаю. То есть вы в банк ушли и начали работать здесь. Во, у меня в банке очень много девочек работает. Знаете, как придут в банк в 8 часов и уйдут в 10. Да. Сейчас. Я получила вот, ну, по-вашему, 1,350 миллиона и съездила в Египет. И, да. А вы когда вошли? Да? Я вошла 27 октября. И вот у нас... С моей спонсор не смог поехать. Поехала я. 27 декабря я вот уже вышла с золотой лестницы. Вы знаете, я всю ночь от радости плакала и не спала. 7400 долларов, да. Многие всерьез еще не воспринимают. Не воспринимают, да. Мы все преодолеем. У наших ног будет весь мир стоять. Ну ладно, всего доброго вам. Всего доброго. Помашите все ручки. Удачи всем вам. Удачи.